решение присвоит почетное звание заслуженного врача Российской Федерации Михееву Владимиру Николаевичу. Пока награда не приехала в Абакан, но указ о присвоении высокого звания уже подписан президентом России. Владимир Михеев – главный врач муниципального предприятия «Стоматолог». Также он занимается общественной работой, как депутат горсовета Абакана. И сегодня, накануне Дня медика, он вручает благодарственные письма своим коллегам. Благодарственное письмо Совета депутатов города Абакана вручается Власову Роману Игоревичу. Здравоохранение столицы Хакасии – это не только больницы, поликлиники, но и муниципальные аптеки, частные медклиники, диагностические центры, которые оказывают медицинские услуги детям и взрослым города. Ну, наш девиз – это добрая, мы добрая детская медицина, поэтому мы стараемся относиться к нашим маленьким пациентам с любовью, с добром, с заботой. И стараемся это же отношение и ко взрослым тоже транслировать. В Большом зале администрации Абакана сегодня коллеги-единомышленники. Врач-невролог Маргарита Леопольдовна Бауэр в медицине уже 40 лет. Продолжает почетное дело семейной династии. Я потомственный доктор. Я третье поколение врач. Поэтому выбора у меня другого не оставалось. С детства я росла в семье врача и знала только медицину. Она мне нравилась, поэтому выбрала и не пожалею. Хочется пожелать здоровья. То, что мы сохраняем нашим пациентам, наверное, в первую очередь надо сохранять медицинским работникам. Ну и чтобы у них были выздоравливающие пациенты. Сегодня медики получают заслуженные награды. Дело жизни – помогать людям. А главное пожелание себе и пациентам – здоровья. Самое дорогое, что есть у человека. Спасибо, доктора. Дарья Казак, Владислав Воронов. Новости.